Макс, расскажи, что произошло. Ну, я так понимаю, сотрудники офиса партии региона. А как это? Ты был внутри или что? Ну, они были оттуда, они выскочили из этого здания. Через забор, там, который... Тут было человек 6. Ну, по гражданам, где-то, не знаю, у коллег фотографии есть, если камеры будут жить, вот, камеры разбили. А, покажи камеру. Пытались набрать камеру. Я им сказал. Давайте мы поедем пока. Да, давайте, смотрите, а скажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь? Ну, я чувствую себя нормально, не знаю, может быть, это на адреналине. Кто ты? Максим, а скажи мне, ты прессу говорил, что ты прессу? Да, я. Все, у него, да, он моего видел, удостоверение.